мы так долго этого ждали? Несколько недель самые смелые и голосистые горожане отправляли свои заявки на конкурс «Караоке поют все». У жюри состязания была непростая задача из 67 претендентов выбрать всего 20. Участники, во-первых, молодцы, что они поучаствовали. Очень замечательно было наблюдать за тем, как люди некоторые постарались. Очень много людей, которые пели от души. Больше всего меня радуют те, кто стараются быть самими собой. Самое основное впечатление – это, конечно, ну, вот такая, знаете, непосредственность человеческая, которая имеет место быть как раз-таки в караоке. В первую очередь члены жюри обращали внимание на эмоции, душевность исполнения и гармоничное вхождение в образ. Очень много сильных голосов. Радует, что у нас столько талантов. Было очень сложно выбрать и отдать кому-то предпочтение. Прислали и домашние видео, и в караоке-баре. И вот, кстати, домашнее видео легко можно записать с помощью интерактивного телевидения от Ростелекома. Здесь есть отличный сервис караоке, в котором собрано более 5000 самых разных композиций. Этот сервис пригодится не только тем, кто просто любит петь, но и нашим 20 участникам. Теперь их задача – показать себя во всей красе в эфире программы «Утро с вами». Претенденты на победу будут петь в караоке прямо в студии. Зрители смогут отдать свой голос за понравившегося конкурсанта. Ну а наше жюри уже готово оценивать участников на следующем этапе. Друзья, если в следующий раз будете выбирать песню для конкурса, пожалуйста, выберите что-нибудь веселое. Не надо вот душу рвать. Мы все это любим делать. Очень много грустных песен. Почему? Почему так мало веселья? Вот это, наверное, главное обращение ко всем нынешним и будущим конкурсантам. Пожелаем нашим участникам удачи. Следить за тем, как разворачивается музыкальная битва за путевку в любую точку мира от телеканала «Тюменское время» можно в программе «Утро с вами» каждый будний день с 5 до 9 и в социальных сетях.